приоритете ставлю духовное. Я, конечно, могу разные песни петь, но рискну спеть классическую вещь, которая вам всем известна. Без аккомпанемента никогда не пела, и сложная она. Ну, попробую. Ну, если вы, конечно... Ну, вот я про Аву Марию говорю. Как-то получилось так, что у меня, когда я еще не училась в институте, моя педагог заняла первое место по Москве и Московской области среди самодеятельности. И, в общем, и мне пришлось петь, открывать ей концерты учеников вот этой самой Авы Марии. Это Центральный дом работников искусств каком-то. Вот. И тогда мне какая-то москвичка, я тогда была молодая, еще не ученая, скажем так, ни в каких институтах, она сказала, у вас большое будущее. Я не знаю про свое будущее, но то, что я встретила учителя, я считаю, что у меня уже великое будущее. Это, извините, вот за такие, а уж как с певицей, уж как пошло. Спасибо, ура! Спасибо, спасибо, спасибо.